Тем, кто попал в беду или стал свидетелем преступления, на помощь приходят новые технологии. Реальность становится безопаснее благодаря виртуальности. МВД России запустило новое мобильное приложение. Чем оно полезно, расскажем прямо сейчас. Мобильный телефон уже давно стал другом человека, ну или во всяком случае спутником жизни. А теперь он может стать еще и личным стражем порядка. С помощью нового мобильного приложения вызвать полицию можно будет буквально в два клика, независимо от региона и времени суток, утверждают правоохранители. По геопозиционированию это приложение само определяет ближайший отдел полиции. И когда человек нажимает на кнопку вызова, если с ним случилась беда, то сначала аппаратно вызывается ближайший отдел полиции, дежурная часть, идет туда звонок. Если туда невозможно дозвониться, автоматически идет звонок на службу 102. А если там занят телефон, то идет уже на следующую службу звонок, это экстренная служба, 112. Благодаря этой же функции найти вас и прийти на помощь смогут даже в том случае, если вы не сможете назвать свое местонахождение. Кроме того, приложение покажет, какие отделения полиции и даже участковые находятся от вас поблизости. Это касаемо экстренных ситуаций. В более спокойной обстановке можно посмотреть последние новости, изучить список людей, которые находятся в розыске, и сумму штрафов за нарушение ПДД. Написать и подать заявление его, кстати, можно снабдить видео и аудиозаписью. Приложение уже действует, однако, вероятно, его еще будут дорабатывать. Свои предложения и замечания можно отправлять по электронной почте. К минусу можно отнести, пожалуй, то, что установить приложение могут лишь владельцы айфонов, смартфонов и планшетных компьютеров. Остальным придется по старинке набирать 002, 020 или 112. Ольга Пырочкина, Сергей Рябчиков, Республика.